столице Золотого кольца возвращается международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи». По традиции, один день посвятят театру. В этом году зрителям покажут спектакль «Любовь в стакане воды». Репетиция постановки состоялась сегодня на сцене Первого русского. Это спектакль по двум пьесам Людмилы Петрушевской. По словам режиссера Игоря Неведова, постановка расскажет о любви, неисчезающей и порой мучительной. Я считаю, что это комедия, не без драматизма, не без серьезных, сложных тем. Но все равно это комедия, это божественная ирония. Поскольку спектакль мы тоже делали с любовью. И мы хотим очень поделиться ею с ярославским зрителем, тем более в театре, который был первым в России. Торжественное открытие международного кинофестиваля «В кругу семьи» состоится уже в это воскресенье в КЗЦ «Миллениум». Марафон хорошего кино продлится ровно неделю. Зрители увидят 30 фильмов от авторов со всего мира. Запланирована обширная деловая программа и творческие встречи с мэтрами отечественного и зарубежного кинематографа. 19 стран-участниц. Практически из всех стран приехали представители картин, которые будут их представлять после фильмов, общаться со зрителями. Как всегда, большое количество наших российских звезд приезжает. Это наши традиционные ведущие Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, это и Гоша Куценко, и Владимир Сычев, и многие-многие другие.